Всем привет! С вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру Don't Starve. Давно у меня не было этой игры. Вот. Как видите, я продолжаю играть в ту же самую версию. Да. И сейчас мы вспомним, на чем мы остановились. Да, вроде бы вот на этой девушке остановились. Если честно, я уже не помню, что я там хотел сделать за нее, что не захотел. Точнее, что не хотел. Поэтому мы будем сейчас все делать на память. Я надеюсь, она меня не подведет. Вообще ни в чем. Вот. Я помню, что у меня тут долгие загрузки были, поэтому, если что, буду вырезать. Так, окей, загрузились. Хорошо. Так, смотрим. У нас тут костер. Все высажено. О, ля. Слушайте, да, вспомнил. Единственное... Подождите, тут у меня кокуль нет никаких. Мне вот это вот... Вот один ягодный куст надо... Вот этот... Удобрить. Так, что у меня есть? Тут топор есть. Давайте топором сейчас порубаем все деревья здесь, ближайшие. Так. Так, у меня тут... понятно. Просто неожиданно у меня сейчас включился защитник Windows. Это очень странно. Просто я сейчас поделюсь вам вот такой вот мелочью. Вот, просто включился ни с того ни с сего. Я его не включал никогда, он взял и включился. Как будто кто-то втихаря взял и включил его. Вот, короче, такие дела. Я его выключу, наверное. Вот, но чуть-чуть попозже. Так. Пока я тут вам все это дело рассказывал, у нас сколько? Да, у нас... Давайте посадим все это. Вот этот куст надо тоже как-то отсюда его убрать. Или пересадить. Так, лопата нам сейчас нужна. Вот это мы выроем. Вот этот тоже. Да, я вспоминаю, что я тут хотел прям вот, чтобы все ровно было у меня. Все ровно, четко. Ой, да, тут надо же кушаться. Так, хорошо. Так, у нас тут куст еще один будет, давайте... Сейчас я подумаю, куда его посадить. Давайте куда-нибудь вот сюда посередине посадим его. Вот, хорошо. И вот такой вот кустик. Вот так вот пускай будет. Короче, три кокули нам нужно найти. Ну, вот три кокули, я думаю, что найдутся у меня чуть-чуть попозже, да? Это что-то я как-то затормозил, и тут на самом деле быстро день прошел. Все, сломал топор об дерево. Что ж, будем сейчас... Делать обратно топор.
Лопату бы тоже бы сделал. Потому что вот это скоро закончится. Так, что у нас тут еще есть? Семена. Давайте пока мы их будем готовить, потому что сажать их пока некуда. У меня пока что нет, как их, грядок и огородов. Вот я смотрю, что я тут уже много чего успел это самое распознать. Так, сейчас будет темно. Так, ворона, иди сюда. Так, подождите. Сейчас я тогда... Вот, вот это тоже меня немножко раздражает, когда что-то падает куда-то, куда-то между... между вещами, и тебе приходится крутить карту для того, чтобы подобрать вещи. Хорошо, мы сейчас продолжим рубить деревья. Так, вот это пускай растет пока. Так, я хочу вот это вот сломаем, вот это вот срубим. Там, кстати, бифало или буфало ходит рядом. Я не помню, как они там называются. Вот, сейчас мы туда пойдем, но сначала елки срубим. Так, хорошо. Шишек, увы, от елок не выпало. О, раз, два, вон там еще третья, и вот четвертая. О, еще и пятая. Хорошо, так. Берем. Тоже берем. Навоза много не бывает. Так, что тут у меня нужно удобрить? Что задобрить? Так, хорошо. Есть. Все готово. Теперь берем лопату и выкорчевываем все, что у нас тут есть. Все, что можно выкорчевать. Так, ой, сохранение у меня как-то не очень вовремя, да? Так, вот ребята тут растут, хорошо. Так, и вот тебе еще надо поломать немножко. Хоть бы золото выпало, да? О, шишка, кстати. Так, пускай все растет. Подберем. Все, палки есть. Хорошо.
О, кстати, вот это вот кушаем. А мне, кстати, да. Нужны всякие эти самые. Еда. О, простую грядку можно сделать. Улучшенная грядка. Мне, кстати, алхимическую машину надо сделать. Ага, то есть две батарейки. Хорошо. Для алхимической машины нужно. Так, ясно. А где же делается вот эта вот батарейка, что ли? Вряд ли здесь, да? Вряд ли здесь, но все может быть. Кстати, и спальник тоже нужно так-то построить. Скорее всего, где-то здесь надо искать. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Может, здесь? Ой, сундук надо. Табличка. Броня деревянная. Всякие дротики. Так, это у меня есть. Так, траву сейчас. И кокулями сейчас мы добавим. Да, слушайте, я сейчас только вспомнил. Мне же для этого самого... Для спальника-то придется пауков искать. И потом еще и драться с ними, да? Так, хорошо. Ладно. И найдем и подеремся. Вот, ладно, материалы. Давайте попробуем доски сделать. А сколько у меня досок? Я не понял. Две доски. Хорошо. Сейчас мы вот это вот соединим. Так, хорошо. Вот это что за эффект такой? Я не совсем понимаю. А, типа жарко. Близко к костру сидим. Так, хорошо, материалы. Давайте еще одну доску сделаем. Что там еще надо? Каменный блок, да? Каменный блок. Раз. Два. А, вот, электрическая штуковина. Хорошо, сейчас мы сделаем... Ух, крафт какой, а! Все, теперь каменный блок нужен. Еще один. Точнее, еще два. Раз. Два. Все, алхимическая машина у нас готова. Вот птица села, блин. Ладно, вот так поставлю.
Есть. Хорошо. О, дождик начался. Ну и пускай. Ну и пускай будет дождик. Хорошо, окей. Сейчас мы попробуем найти каких-нибудь пауков. Пауки нам нужны для... для того, чтобы мы смогли сделать себе шатер. Или как там она называется? Палатка. Ой, извиняюсь. Опа-на! Все. Мы можем спокойно один раз умирать. От чего угодно. Опа, морковь всякая. Так, это я сейчас, чтобы вы понимали, распознаю эту самую карту. Хотя, с другой стороны, чё нам вот это вот шатер наш, да? Мы можем пока что обычные спальники делать, да? Травы у нас... Кстати, можно попробовать еще, конечно, травы насобирать. Надо реально посмотреть, сколько там она требует. Ловушка. Зонтик. Рюкзак. Вот спальник. Трава и веревка. А как у нас веревка делается, интересно? Вот, только одна трава нужна. Но алхимическая машина нам все равно пригодится. Я так считаю. Все-таки это нам поможет развиваться дальше. Конечно, я не знаю, сколько мы тут продержимся во времени, точнее. И может быть нам это развитие нафиг и не нужно будет. С таким вот не очень аккуратным. С такой не очень аккуратной игрой. Так, что ж, у нас на самом деле скоро день закончится, поэтому давайте тут себе. Пробуем оба... А вот и пауки! Хорошо. Все, теперь знаем, где они тусят. Пауки эти самые. Я, короче, себе вот таким вот образом вот на мини-карте обозначу еще область, которую я бы... изучил бы. Да, потому что изучать вот такую вот карту — это мое любимое дело. Так, опа-на, тут уже водичка пошла. Так, у нас, кстати, хорошо, пауки на самом деле у нас найдены. На самом деле, давайте я еще накопаю тут всяких ягод, потому что все-таки
ягоды, они лишними не бывают, потому что... Потому что есть-то надо. Ой-ой-ой. Сейчас быстро бежим к себе. Так, вот он алтарь. О, я, кажется... Так, ничего не подбираем, потому что это только нас замедлит. А нам нужно добежать до огня. До нашего. Да, успели. Хорошо, отлично. Так. Вот так. Это мы берем. Все равно нам это сейчас понадобится. И сейчас будем высаживать много-много кустов. Ну, давай. Зеленый, сажайся, давай. Может быть, просто третьим рядом сделать. Так, вот здесь вот. Тихо. Что-то не так нажал, да? Где кто? Ладно. Вот так. Вот так, все хорошо, все успели. Все замечательно. Так, морковь мы сейчас приготовим. Сейчас мы все приготовим. Ягоды приготовим и на ночь поедим, как нам и нужно. Жареные ягоды. Вкусно, наверное. Никогда не ел жареные ягоды. Так. Где там? Вот он. На раскоряку стоит. Все. Да, смотрите, тут очень хорошо. Тут ягоды уже все, ну, практически все выросли. О, гадость! Иди отсюда! Успела все-таки две штуки поесть, блин. Надо быть себе, блин. Это самое. Ловушку поставить. Поймать ее. Будет хоть какая-то еда. В виде дичи. Ой, деревья у нас выросли. Так, палку берем. О, топорик. Топорика, наверное, не хватит на всех. Ну, насколько хватит, настолько и хватит. Так, 9 ударов на одну штуку хватит, интересно или нет. Ну, да, не хватило. Хорошо, хорошо, мы сейчас тогда сделаем еще одно. Правда, у меня этот самый кончается кремень. Его нужно искать. А это значит, надо по карте бегать. Вот. Короче, у нас же еще пауки нашлись. У нас нашлись пауки, и, наверное, я не знаю, успею ли я пауков бомбануть в этой серии или нет. Но, по крайней мере, я знаю, где они сидят. Вот, а это значит, что либо в этой, либо в следующей серии мы с вами пойдем как раз-таки на них.
Если я пойду в следующей серии на пауков, есть риск того, что это будет последняя серия за, именно за этого персонажа. Так, хорошо. Так, тут у нас всякие доски, точнее бревна. Мы прям богатее деревянное. Так, о-о-о. Берем ягоды, пока кое-кто за нас их не подобрал. О, тут уже еще эти самые. Это давайте срубим. А, у меня еще и лопаты нет. Все, кремень. Кремень, считайте, все, у меня кончился. Надо будет за ним ходить. Короче, вот эти вот деревья теперь они у меня будут за дорогой. Понасажу тут всяких елок, да? Вот, чтобы они у меня там не мешались. Они конечно, будут близко там, если я у себя посажу, но по крайней мере, здесь они мне мешаться не будут. Пускай растут. Спасибо тебе, Бифала, за навоз. Хорошо. Ну-ка, а что у меня тут... нет. Сачок. А, я не туда зашел. Ну, собственно, вот это вот могу сделать. Простая грядка. Улучшенная грядка. Вот сейчас, наверное, получится. Ох. О, ля. Давайте еще сделаем. А, о, надо еще. Еще какуль. Так, одну штуку осталось подобрать. Так, о, семена, кстати. Ой, блин, вечереет уже. Ну, кстати... Можно попробовать сейчас одно семечко посадить. Где оно у меня тут? Вот оно. Вот, только, блин, столько грядок этих надо теперь. А, тут, кстати, можно еще удобрять. Тут можно удобрять эти грядки. Тогда все будет расти еще быстрее. Ой-ой-ой, у меня же голод. Сейчас, подожди. Так, хорошо. Опа. Все, еще одну грядку можно замастырить. Слушайте.
Я вот только сейчас заметил, что вот эта часть самая темная. Она же все в темноте видит, типа. А остальные не видят персонажа. По крайней мере, не видели, когда я за них играл. Вот так давай. Все хорошо. И сразу сажаем семечко. Вот, пускай растут. Пускай, значит, все там растет. Мы сейчас подберем все вот это вот дело. Так, костер еще горит, это здорово. Слушайте, получается, я тогда могу не бояться темноты от слова совсем. Это хорошо. Вот, теперь мне нужно пойти на поиски кремня. Кремень — дело хорошее, потому что без него не будет всяких там, знаете, лопат, топоров. Вот. Ну и, естественно, мы с вами еще всякой полезной штуки наберем. И карту... Ой, лягухи. Лягух я помню, они там на самом деле какие-то агрессивные были в прошлый раз, когда я их встретил. Если вспоминаю что-то. Так. На пеганке кто быстрее... Ну-ка, иди отсюда. О! Класс. Две штуки кремня. Так, хорошо, отлично. Вот этот мы сейчас распознаем. О, вот здесь надо, вот на ту сторону речки. Если вот эта вот речкой называется. Ой, там еще один этот самый. Как его? Оживлялка еще одна. О-ля. Все, я теперь могу целых два раза умирать здесь. Наверняка... Ай-яй-яй! Змея, уходи. Сейчас мы кремня наберем. Правда, я камень подбираю. Но камень на самом деле у нас будет так. На всякий случай тоже набрать его надо. Потому что лежит. А чё лежит? Все, обломись. А, ну теперь я обломлюсь. Зато ты сейчас обломишься здесь. И морковку я тебе не дам, блин. Шестнадцать штук кремня набрал. Я вновь богат. Ля, я куда-то зашел. Туман какой-то. Ветки подбираем. Что за человек? Серфит на этом свете, да.
Слушайте, я куда-то зашел. Мне тут вообще можно находиться? Мне, по-моему, пора уже на базу возвращаться, потому что... Да, уже сейчас будет темнеть. Но тут смотрите, сколько кремня валяется. Я не могу остановиться, блин. Я не могу остановиться подбирать кремень. Камень на самом деле фиг с ним. Пускай лежит, но я его тоже подберу. Так, я, короче, возьму топорик на всякий случай. Мало ли на меня в темноте нападет какой-нибудь маньяк лесной. А я его топором шить-шить. Атакую. И сдачи давать буду. Вот он офигеет, когда топором его я буду. Так. Я, кстати, еще хочу попробовать... О! Опа! Золото, золото. Ой, лед. Кажется, я... Знаю, кто тут может быть. Вот эта вот штука. Но пока она спит, я, короче... И вон еще одна спит. Пока они спят, я натырю. Я сейчас беру все золото. О, проснулась. Все, вторая проснулась. Так. Ай, третья проснулась. Все, бежим. Ай-яй-яй, змея проснулась. О, смотрите, они тут дерутся. А? И ко мне идут. Слушайте, классно. Вот так вот в темноте. Ходить. Как там пелось? Я ласкаю чьи-то губы, но подозреваю, что не те. Слушайте, вообще нормально. Вообще на изи. Так, давайте я сейчас вот это вот черное пятно изучу на карте. Соответственно, все подберу. И все. И пойду тогда обратно. Вот это вот я тоже подберу. Изучу. Вот, изучил хорошо. Так, ногой там. Самое. Шерудит. Еще они чуть-чуть побегают за мной, и все. Все, видите, тут захотел кремень найти, нашел. И вот еще кремень. Зашибись. Вот этот тоже изучу.
Ягоды подберу. Да, слушайте, неплохо. Неплохо, неплохая серия получилась. Я, видите, не все забыл. Не все забыл, как тут выживать. Хоть я много чего тут не знаю в игре до сих пор. У, зараза, иди сюда. Да, очень хорошо, что я два алтаря нашел. Два алтаря, это, конечно, очень круто. Я помню, максимум находил один алтарь. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что я просто так настроил, чтобы алтари почаще были. Вот. Я так говорю, потому что очень давно не заходил в эту игру. И, соответственно, тут я уже вообще ничего не помню. Чё я делал, чё настраивал. Вот, возможно, я просто себе какие-то легчайшие условия поставил. Вот, но с другой стороны, это хорошо, потому что мы тут побольше проживем. Я помню, у меня тут максимум дней 30 игровых проживал. И мне еще, смотрите, мне еще нравится, что у нее мозги устают медленно. Так, а траву я зачем подбираю? Просто так, что ли? Ладно, пускай будет просто так. О, пришли. О, тут у нас уже много чего выросло. Слушайте, классно. Сейчас быстро все подбираем. Все, у нас еда есть. Хоть какая-то. Вот это вот тоже подберем. Я тебя срублю, друган. Извиняй. Так, тебя я вырываю. Так, это достаем. Это тоже достаем. И сажаем. Куда угодно сажаем, короче. Слушай, это неплохо. Неплохая серия. С одной стороны, кажется, что ничего не сделал. Такого прям крутого. Ну а так-то, смотрите, пауков нашли, хоть их и не это, не победили. Паутину не взяли. Вот, распознали карту. А, тут, видите, птица, наверное, съела все, да? Вот, распознали карту. В ночи походили. Так, еще кусты вот эти надо посадить. Сейчас мы поедим. Надо еще подумать, что тут дальше делать надо. Вот, так как я хочу
Так как я хочу засесть в эту игру, потому что она у меня, скажем так, очень долго проходится уже, и хочется побыстрее это самое сделать то, что я тут хотел сделать. Это раскрыть всех персонажей. Вот, потом плюс за библиотекаря с роботом еще раз поиграть. Вот, потому что когда-то я за них начал играть, и что-то я у них за них очень мало поиграл. Что-то вороны разлетелись тут прям резко. С наступлением темноты. Вот, короче, такие вот дела. Вот, потому что... вот, смотрите, сейчас совсем темно стало. Это странно. Я вот, ну, вы обращали внимание, что прошлая ночь темная, она, ну, наша главная героиня все видела, а сейчас стало совсем темно, как в обычную ночь. Вот. Пока что я не понял вот эту фишку, но вы можете написать в комментариях, если вы знаете, в чем прикол. Так, я думаю, что на этом можно закончить серию. Сейчас я быстренько еще подберу. Ягоды. Ой, как же хорошо, что я успел подобрать все ягоды, которые были. Смотрите, траву сейчас подберу. Да, слушайте, я, по-моему, так буду долго заканчивать серию. Так, куст травы, давайте его посадим сюда. И еще один ряд, наверное, будет у нас, да? Кривой, конечно, ряд, но какой уж есть. И вот так. Все, и надо все это дело удобрять. Вот так, вот так. Ой. Сколько у нас тут? Одной какули не хватит. Может быть, я сейчас... А, вот и она. Все замечательно. А, нет, какой бросать? Вот, удобрить. Хорошо. Все замечательно. Так, у нас тут еще... Так, давайте скушаем. Так, давайте вот здесь вот посадим два деревца. Посмотрим. Так, тут уже все выросло. Хорошо. Так, что дальше? Что дальше делаем? Сейчас быстренько мы добавляем сюда топливо. Готовим еще жареных ягод. Одни ягоды едим. Так, вот это вот. Вот так. Вот это вот. Вот так. Селитра. Не знаю, зачем мне селитра. Вот я сколько на самом деле играюсь.
и ни разу я не, так и не использовал селитру по назначению. Скорее всего, она что-то взрывает. О, нам еще можно вот сюда вот залезть. Но это, наверное, уже в следующий раз будет. Опа, опа. Вот так, хорошо. Так, ладно, заканчиваю серию. Собственно, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.